С вами Ганстер. Сегодня я вам покажу баги в Hello Neighbor. Да, я их сам нашел, ну, кроме там нескольких. И там два очень полезных. Давайте же зайдем во второй акт. Сейчас я вам покажу. А и для этого бага нам понадобится стул. Стул можно взять на кухне соседа, он как раз... Смотрите, ставим его на место. Вы, наверное, знаете этот бак от Топси, но я хочу показать, что он способен во втором акте, а не там, в третьем полтор. Я точно не помню, не служу своему каналу. Так, сейчас я вам покажу. Вот. Давайте я вам сейчас покажу, что будет... Я вам это покажу. А, ну вот, я и добыл гаечный ключ. Сейчас я вам покажу, что будет. Вообще, даже на акуле можно будет покататься. Например, когда идти до той комнаты. Так, она меня поймала. Кстати, вот как это катсцена выглядит за стулом. Опля. Ой, мы в бассейне с акулой. Который, кстати, можно покататься. Сейчас я попробую. О! Всё! Я катался. Вот, всё, я... И можно вот так вот кататься на акуле. Так, ладно. А если выпрыгнуть, то все. Если обратно зайти, то она поймет. И в принципе, как пройти второй акт за 2 минуты, вы можете посмотреть у меня в самом первом видео. Да, я мне это показываю. Вообще мой канал, наше первое видео, это полный. Вот такой вот баг. Давайте же пойдем к следующему. И следующий баг заключается в том, что если постоянно попадаться по соседу, ну, то есть прям без перерыва, то он все-таки перестанет вас ловить. Сейчас я покажу. Так, там, лови. Сейчас поставил стул. И, кстати, чтобы вот такой же баг сделать, вам понадобится несколько стульев. Да? Вот как поставлю. И чтобы забагать соседа, вам нужно просто встать вот в гостиную. Да, встать в гостиную, потому что вообще стартнул, и стул повалился. Так, вот сосед. Опять съел, уж подойду к подвалу. О, в другом месте я заспавнился. Сейчас вот сюда поставлю. А, вот. Сейчас опять я попробую. Сеет. Нет. Это как? Ну ладно. Где-то...
спустя. А да, забыл сказать, сейчас я вам покажу еще парочку багов, которые я сам нашел. Вот, давайте посмотрим и будем прощаться.